Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео о пустышках. Пустышки за август месяц. Их немного, так как я вернулась с отпуска. Но, тем не менее, немного набралось. Первое, что закончилось, покажу. Долго у меня было в использовании. Это вот такой вот гель-концентрат. Большая стирка для ковров. Шампунь для очистки ковров. А также обивки, мебели и салонов автомобилей. Удаляет пятна, убивает микробы, освежает краски. Неплохой гель. Понравилось. Недавно приехала с отпуска. Понятное дело, мужчина был дома один. Чистила ковры, обивку мебели. Мне понравилось. Очень неплохо чистил. Но я сюда добавляла немножко еще, знаете, белизны. Может быть, это сыграло свою роль. Так, в целом, я довольна этим гелем. Стоил вполне бюджетно. Прошу прощения как за внешний вид бутылки. Но, как я уже сказала, стояла. Она у меня давно, в принципе, могу рекомендовать. Дальше, следующее. Закончился у меня вот такой персил. Гель для стирки. Вот здесь рассчитан на 6 стирок. Такая маленькая бутылочка. Здесь всего лишь 438 миллилитров брала по акции в Оптиме. Неплохой гель, неплохо стирает. Мне нравится персил. Нравится, как он стирает. Нравился его аромат. Но я всегда, когда брала, был зеленый. Сам зелененький гель. Мне очень нравился аромат порошка. Нравилось, как он стирал, особенно белый. Конкретно этот не особо там не понравился. Такой навязчивый, прям резкий аромат, который мне совершенно не нравится. Или я не знаю, я уже говорила, что в последнее время к ароматам как-то стало более требовательно относиться. Ну, не знаю, знаете, такой проходной вариант был, да и был. Честно говоря, ничего больше конкретного я про него сказать не могу. Закончился, как говорится, и слава богу. Дальше. Закончился у меня вот такой универсальный жидкий спрей пятновыводитель от Дом Фаберлик. Это мой уже must-have, моя любовь. Кто пользуется Фаберликом, знает этот пятновыводитель. Прошу прощения, отвлекли. Нравится этот пятновыводитель, мне кажется, лучше нету. Отлично удаляет пятна. Бережно, не выедает краску. Вообще, я довольна на все 100%. Это уже не первый пузырек. Кто меня смотрит, видит часто такой пятновыводитель. Я довольна. Девчонки, кто еще не пробовал, обязательно присмотритесь, потому что особенно манжеты на рубашках, воротнички вот белые, это прям футболочки, носочки белые, это самая прям классная вещь, которую я пробовала. Довольна. Дальше. Следующее. Закончилась вот такая пена от Avon, пион и гранат. Такой вот красивый шарик, приятный очень аромат, красивый вот такой цвет. Нравится мне пена от Avon, очень густые, приятно пахнут. С удовольствием использовала, но я как-то мало пользуюсь пеной, поэтому достаточно долго она у меня стояла. Очень приятный аромат, но я не знаю, я не чувствую ни граната, ни пиона. Скорее, это такое что-то сладкое, какая-то конфетка. Но было приятно тоже использовать время от времени. Почему нет? Довольно. Дальше. Следующее, что у меня закончилось. Слава богу, закончилась паста от Биомед. Виноград. Это укрепление эмали и снижение чувствительности. Много было такого нежно-нежно-розового цвета с приятным ароматом именно вот винограда. Зубная паста. Но, к сожалению, мне не нравится паста от Биомед. Это мое личное, так скажем, мнение. Мне они не подходят, не нравятся. Я знаю, что их очень многие девочки любят. Но вот конкретно эта паста мне зашла больше, лучше, чем с кокосом. Как-то более приятнее было ей пользоваться. Хорошо чистила зубки, здесь натуральные компоненты, неплохо очищала. Хорошая паста, на ночь особенно очень даже неплохо, но
Не мое. Не хочу ее ругать, поэтому не буду много говорить. Не мое. Не нравятся мне эти пасты. Я знаю, что очень многие девочки прям любят их, используют. Но вот я как-то не особо любитель таких паст. Дальше. Закончился вот такой бальзам для тела. Я уже добила тут несколько кремов для тела. Это доктор Хербариум. Бальзам для тела, восстановление упругости кожи. Присылала мне его в посылочке Викуля. Викуль, привет тебе огромное, спасибо. Неплохой бальзам, никакой липкости на теле не делал. Приятный аромат. Он такой, знаете, ну и не трава, я не скажу, что прям трава. Такой косметически интересный ароматик, неплохо увлажнял кожу. Насчет, не выдавлю уже ничего, к сожалению. Насчет упругости не знаю, особо не заметила так, чтобы... Ну, я, видите, так, периодами наносила, и сейчас проблемы с кожей, поэтому особо не скажу. Но мне понравилось, неплохой. Легкий, хорошо впитывался, не жирнил мою кожу. Приятный аромат. Здесь вот жимолость, цикорий, алтей, вереск. Производитель, это, наверное, да, Беларусь, Минск. Понравился. Если встречу, с удовольствием повторю. Вик, спасибо огромное. Но вот сейчас проблема с кожей, поэтому я стараюсь как-то мало использовать такие крема именно для тела. А когда все будет нормально, то обязательно, может, даже повторю. Дальше. Закончился тоник для лица, очищающий. Это Вилента. Обожаю эти тоники для лица. Прекрасно очищает, увлажняет кожу, прекрасно тонизирует. Здесь с витамином ПП, гиалуроновая кислота. Приятный очень такой специфический вот у Виленты свой аромат такой в этих тониках. Мне он нравился, с удовольствием ее использовала. Кожа была прям такая, знаете, какое-то легкое, как матирование. Мне понравилось. В запасах еще стоит один. С удовольствием буду использовать. Пропали, что-то не вижу в последнее время их в магазинах. С удовольствием, как только свои запасы подиспользую, с удовольствием повторю. Девчонки, присмотритесь. Хорошие тоники, достаточно бюджетные. Никаких проблем с ними не возникает на коже лица. Я довольна. Дальше. Закончился у меня вот такой интим дезодорант. Это у нас Сель. Замечательный дезодорант. Здесь центелла азиатская, зеленый чай и бисабалол. Не знаю, что это такое, кроме зеленого чая. Приятный дезодорант. Хорошо. Даже не знаю, как вам сказать. Он справлялся со своей задачей. Никаких проблем с ним у меня не было. Свежесть такая. Нравился. Это тоже уже не первый дезодорант. Не знаю вам, что сказать, так прилично сказать по поводу них. Классный дезодорант, со своей задачей они справляются. В свое время мне дарила подруга очень много сиелевской продукции, поэтому с удовольствием использовала. Вот, надолго его хватает. Нравился. Не задыхалась, не пылил. Прям прелесть, а не дезодорант. И такой вот формат, который можно носить с собой в сумочке, в дорогу брать. Мне понравилось. Дальше. Следующее. Закончился у меня вот такой вот крем дневной для лица. Дарила мне его Алина. Алиночка, привет тебе огромное. Это крем для лица. Не знаю, получится показать. Нет, вам правильно. Это Азербайджан. Увлажняющий дневной крем для лица с SPF 12. Мне понравился крем, он хорошо ложился, вел себя на моей коже. Здесь вот немного есть. Прекрасно наносится, хорошо, ну я тут переборщила чуть-чуть. Прекрасно наносится, прекрасно впитывается. Я тут уже что только сегодня на руки не наносила. Чуть-чуть переборщила с кремом. Давал такое моей коже небольшое, видите, матирование. Нет такого блеска на лице, жирного блинчика. У меня кожа жирная, поэтому меня это очень радовало. Неплохо увлажнял. Хороший такой крем. С удовольствием использовала. Алин, спасибо огромное. Ну вот,
Купить я его явно не куплю, потому что Алиночка просила папу. Папа привозил такой крем. Поэтому где взять, честно говоря, даже не знаю. Спасибо. С удовольствием использовала. Дальше. Использовала у меня. Закончился вот такой вот такая миниатюра. Это шампунь для волос. Кокосовый. Серия Desert Essence. Заказывала его на Херби. Я заказывала и миниатюру, и полную версию. Понравился мне этот шампунь. Мне даже с этим шампунем не требовалось никаких бальзамов, ополаскиватель. Прекрасно промывал волосы, не сушил их, не делал эффект этой соломы на голове. Самое главное, не было зуда кожи головы после него. Волосы выглядели отлично. Мне прям очень понравился. Приятный аромат кокоса, отличный состав. Здесь... Если получится. Ну, навряд ли что-то здесь прочитаешь. Все настолько мелко. Мне понравилось. Хватило мне тоже его достаточно. Здесь 44 мл. На несколько раз. Прям хорошо так его хватило. Приятный аромат. Знаете, не химозный, а именно вот такой вот настоящий кокосовый легкий аромат. Я довольна на все 100%. Брала на iHerb, как я сказала. Буду брать. Я хочу попробовать их все из этой линейки. Знаю, что многие хвалят. Классные, девчонки, советую. Чего не могу сказать о следующем шампуне. К сожалению. Наверное, мне так повезло. Закончился также вот миниатюра. Это Джон Фрида. Шампунь для волос. Это для, по-моему, для брюнеток, если не ошибаюсь. Шампунь был. Не хочет камера сегодня. Увлажняющий шампунь для защиты цвета темных волос. Но у меня не особо-то темные волосы. А у меня русый волос. Не понравился, девчонки. Во-первых, у меня был зуд головы. Очень чесалась голова после него. Во-вторых, если использовала... Я пробовала и так его использовать. Если... Помыла без бальзама. Я стараюсь ни кондиционеры, ни бальзамы для волос часто не использовать, потому что они мне все-таки жирнят волосы. У меня жирные волосы. Жирная кожа головы. После него без кондиционера волосы были прям как солома. Голова ужасно чесалась. Волосы казались непромытыми. В общем, не понравилось. В паре с кондиционером, к слову, ко мне приходил в коробочке красоты. Я специально брала именно для темных, так как я не блондинка все-таки. С кондиционером они были вообще, как будто я их не мыла уже давно, эффект таких непромытых волос. В общем, мне не понравилось. Я, наверное, одна из тех, кому они очень не понравились. И не знаю. Решать вам. Я знаю, что многим нравятся эти шампуни, но мне, к сожалению... Не подошел. Повторять за такие деньги точно не буду. Дальше. Что у меня тут закончился? Сейчас я вам скажу. Так вот всегда хочется быстро сказать. Лосьон для тела. Вот такой. От Oriflame. И у меня... Не могу найти. Где-то положила, выпала, что ли. И такой же гель для душа мне присылал. Крем-гель присылал в посылочке Саша. Это Oriflame Love Naturals. Вот такую вот парочку небольшую миниатюрки по 30 мл. Я так понимаю, с маслом не знаю чего. Я уже не помню. Лосьон для тела и все. Вот видите, они не заморачиваются как-то в Oriflame с описанием. Понравился лосьончик. Легкий, не липкий. Хорошо наносился на кожу. Приятный такой аромат. Немножко кофейный, я бы сказала. Ну, такое что-то вот между орехом и кофе. Классный аромат. Приятный такой. Хороший лосьончик. Кожа не липкая была. После него быстро впитывался. Мне понравилось. С удовольствием использовала. Саша, спасибо огромное.
Ну, Орифлейм я давно уже не заказывала, поэтому, честно говоря, даже не знаю. Будет возможность, обязательно повторю, почему нет. Мне нравятся средства в Орифлейм. Дальше, можно сказать, закончилась вот такая сыворотка от 100 рецептов красоты. Не сыворотка, прошу прощения, гель для лица, лифтинг эффект, ровный цвет, розовая вода и сок смородины. Это уже не первый у меня такой гель. Присылала мне его тоже Викуля. Викуль, привет тебе еще раз. И еще раз огромное спасибо. Он такого нежно-розового цвета. Вот тут чуть-чуть осталось. И уже сложновато его отсюда выковырять. Покажу вам, потому что тут буквально на пару раз. Ну, конкретно прям лифтинга я бы не сказала, не заметила здесь. Очень приятный аромат. Хороший такой легкий гель. Быстро впитывается. Естественно, не жирнит. Он действительно дает небольшое матирование. И ровный цвет лица мне понравился, легкий такой бюджетный гель, с удовольствием использовала. Вот осталось, не знаю, как его оттуда выковырить. Буду открывать, пытаться так вылить с горлышком. Дальше закончился у меня мой любимый аромат, что бывает крайне редко. Вот видите, пустой, там где-то что-то на дне чуть-чуть есть, но не берет уже. Это Avon Free. Легкий такой фруктовый сладкий аромат для меня этот фрим. Обожаю этот аромат, с удовольствием пользовалась. Присылал мне тоже его Саша, Александр Влог. Саш, привет тебе и спасибо огромное. Это мой любимый аромат. Я с огромным удовольствием им пользовалась. Классно. Если, конечно, будет возможность, я обязательно повторю. Но сейчас, вот, как я уже говорила, я ничего не заказываю давно уже. Просто обалденный, девчонки, аромат. Я им пользовалась в любое время года. И он мне прям хорошо шел и зимой, и летом, и весной. Но для меня такой универсальный прям аромат. Он не был для меня тяжелым. Он меня не напрягал. Ну, я люблю сладкие ароматы, поэтому классно. Очень жаль, что закончился. Дальше. Как всегда, пеленки. Это Хелен Харпер. Хорошие пеленки одноразовые, хороший размер. Постоянно беру, нравится. Дальше закончились ватные диски. Я самая, не понравились. Тут заявлено 100% хлопок, мягкие. Но это да, не оставляет ворсинок. Они, знаете, у меня все распушились, разбухли. В общем, ерунда. Не понравилось. Следующее. Закончился у меня порошок. Вот такой вот. От Grab Green. Заказывала его тоже на iHerb. Порошок для стирки. Такие небольшие подушечки, капсулы. Здесь их 24 штуки. Это был порошок с ветивером. Девочки, шикарный порошок. Он стоит своих денег. Отлично стирает. Обалденно приятный аромат вот этого, видимо, ветивера, такой, знаете, травянистый. Прекрасно справлялся со всеми пятнами. Ну, по крайней мере, все, что я стирала, я была довольна стиркой. Подушечки такие, знаете, как в посудомойку кладут. Очень понравился, с огромным удовольствием пользовалась. Буду брать еще. Сейчас использую такой же порошок, только с гордением. Тоже шикарный аромат. Но вот этот с удовольствием использовала. Мне прям очень понравился. У него такая интересная, вот видите, на липучке упаковочка. То есть ничего не портится, не сохнет. Вот оно все на липучке. Классный. Обязательно присмотритесь, кто делает заказы на iHerb. Мне кажется, прям шикарные порошки. С огромным удовольствием пользовалась. Так, ну и... так, сейчас еще покажу буквально пару средств. Закончилось. Что-то у меня такое чувство, что что-то пролилось. Тут. Закончилась тушь. Вот такая мини... Ой, прошу прощения. Ну, брось, а то уронишь, называется. От Clarins. Обожаю эти туши. Мне кажется, они самые лучшие туши для ресниц. На моих ресницах, по крайней мере, они шикарно работают. Прекрасно удлиняют. Хороший объем. Я довольна этими тушами. Конечно, не бюджетные, но мне нравятся. Это была в косметичке в наборе.
Миниатюрка, она уже подсохла. Уже, видимо, подсохла. Так смотришь, вроде бы ее тут достаточно, но начинаешь красить, она ничего-то не красит. Шикарная кисточка, девчонки. Это отличная тушь. Присмотритесь, по акциям можно купить дешевле. Ее действительно прям делает такой красивый, выразительный взгляд. Прям реснички такие шикарные с этой... Да что такое, сегодня не хочет с этой тушью. Я прям на все 100% довольна. Это моя любимая тушь. Так, ну и последнее. Использовала сегодня... Проснулась с утра, использовала сегодня патчи для глаз. Гидрогелевые для кожи вокруг глаз от Limay. Вот такая вот упаковочка. Их три упаковки. Три вот такие сашетки по два патча в упаковочке. Вот так они выглядят. Золотые патчи. Присылала мне в посылочке их Ксюша. Оксаночка, привет тебе. Огромное-огромное спасибо. Буквально вчера пришла мне посылочка от Ксюши. Гидролевые патчи питают, увлажняют, насыщают кожу микроэлементами, тонизируют, освежают, устраняют усталость глаз и кожи, успокаивают, убирают отечность и потемнение под глазками. Как я сказала, здесь три штучки. Девочки, это действительно классные патчи. У меня, конечно, более глобальные проблемы с глазами, чем у девчонок. У меня все-таки это еще и на со здоровьем связаны эти отеки под глазами, мешки. Поэтому на все 100%, конечно, они не убирают, но было приятно удивлена, что процентов на 50 отечности эти патчики убрали. Мне прям очень понравилось. Кожа действительно разглаженная, увлажненная. Но вот самое главное, что они частично убрали эти припухлости из-под глаз. Так что я довольна. Ксюш, спасибо огромное. Буду пользоваться дальше. Их здесь, как я уже сказала, в упаковочке 3 штуки. Вот так они выглядят. Золотые патчи. С огромным удовольствием буду использовать. Спасибо, Ксюш, огромное. Так что, девчонки, присмотритесь. Очень хорошие патчи. То есть, если вы просто не выспались, там после какой-то вечеринки выпили много лишнего, скажем так, еще что-то, то они, конечно же, очень хорошо справляются со своей задачей. Так что присмотритесь. Ксюш, спасибо тебе огромное еще раз. Так, и... Ага, вот чуть не забыла. Последнее. Использовала вот такую вот маску от Вилента с витамином А, Е, маслами семян моркови и амаранта против возрастных изменений. Питает, придает коже упругость и эластичность. Девчонки, классная маска. Но у Виленты, мне кажется, практически все маски отличные. По крайней мере, большая часть масок у Виленты просто замечательная. Эта масочка была... тоже не исключением. Отлично, приятный аромат, хорошее, неплохое такое лекало, хорошо пропитана так масочка это была, действительно хорошо питала кожу, личко было после нее такое свежее, отдохнувшее, мне очень понравилось. Присылала мне ее в посылочке Люда. Люсь, привет тебе, огромное-огромное спасибо, с удовольствием использую остальные масочки. Мне понравилось. Я с огромным удовольствием воспользовалась. Так что, если увижу у нас в магазинах, я обязательно их повторю, потому что маски действительно, девчонки, достойные. Присмотритесь. Ну вот упругость и прям такую эластичность, наверное, от одной маски навряд ли, конечно, она сделает. Но вот действительно личико было прям напитанное, отдохнувшее, посвежевшее такое. Мне понравилось. Люд, спасибо большое. Вот такие были у меня в этом месяце пустые баночки, такие средства закончились. К сожалению, все остальное не успеваю уже закончить. Навряд ли я за пару дней что-то еще закончится у меня. Спасибо, кто смотрел, что были со мной. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Может, чем-то из этого вы уже пользовались. Будет интересно послушать ваше мнение об этих пустышках. И всем пока-пока!